Игра выдалась динамичной, богатой на острые атаки и интересные комбинации. Дмитрий Климов считает, что в баскетболе важна именно командная игра, и заброшенная в корзину мяч – это итог результативных передач товарищей. Соперник он знает очень хорошо и готов к тяжелой, но справедливой борьбе. Соперник у нас очень серьезный по финалу. Это неоднократный победитель спартакиады вне по баскетболу. И на протяжении последних лет он занимает все время практически первое место. Нам будет очень трудно в финале. Дмитрий играет в баскетбол уже более 20 лет и за эти годы вычислил для себя формулу успешного матча. Для победы важна не только хорошая физическая подготовка, но и психологическая устойчивость, так как баскетбол учит сражаться до конца и быть хладнокровным в любой ситуации. Иногда один точный трехочковый бросок помогает команде вырваться вперед и решить исход игры. Игры порой бывают, складываются не очень легко. Психологически сложно выдержать все 40 минут игры. Значит, бывают очень напряженные концовки, где буквально одна-две ошибки может повлиять на исход матча. Спартакиада по баскетболу традиционно собрала 12 команд из различных подразделений ядерного центра. Почти месяц в выходные дни работники предприятия на спортивной площадке выясняли, чья тактика и стратегия ведения игры наиболее успешна в борьбе за владение баскетбольным мячом. В этом году был создан две группы. По 6 команд в группе, из которых выходило 4 сильнейших команды, и они играли уже полуфинал, финал. Борьба за первое место закончилась со счетом 76-50 в пользу «Союза». Команда «Старт» стала серебряным призером. Тройку лидеров замкнула команда «Буревестник». Четвертое место у сборной завода «Авангард». Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.